Вас приветствует команда шоу «Бесконечные новости». Мы передаем привет Республике Саха-Якутия. Друзья, город по праву считается центром российской космонавтики. Здесь расположены головные предприятия российской космической отрасли, знаменитый центр управления полетами и ракетно-космической корпорации «Энергия» имени меня. Город носит имя великого ученого-академика Сергея Павловича Королева, который много сделал для развития отечественной космонавтики и города, в котором жил и работал 12 апреля 2001 года. В день космонавтики президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении Королеву статуса наукограда Российской Федерации. Чтоб космические дали полетели корабли, в твоих цехах мы город славный, ракетостроение вели. В КБ «Химмаш» уже детально текло решение идей. Под строгим техника внимания проверка шла двигателей. А в цепи строгими рядами на главном зеркале столов расположились орбитальных глаза и уши челноков. А сегодня наукоград Королев – крупнейший научно-производительный центр Московской области, один из наиболее динамично развивающихся городов Подмосковья и признанная космическая столица. В Наукограде живет большое число известных ученых, в том числе академики, доктора, кандидаты наук. По уровню образования населения город Королев занимает одно из первых мест в России – 67% жителей имеют высшее образование России. Гуляя по городу, обратите внимание на памятник первому искусственному спутнику нашей планеты на проспекте Космонавтов. Также можно посмотреть мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Обязательно выделите время для посещения Королевского исторического музея. Среди его экспонатов макеты авиационной техники, автомобиля периода Великой Отечественной войны, макеты боевых ракет, артиллерийские орудия, различные исторические фотографии и документы. Также в городе работает Королевский драматический театр, где ставятся преимущества европейская драматургия и русская классика. Любительский театр, на сцене которого можно посмотреть детскую сказку или философию, на драматическую пьесу «Театр юного зрителя». Вот такая видеооткрытка у нас получилась. Команды шоу «Бесконечные новости» ждут Республику Саха-Якутия к нам в Наукоград Королев.